Дорогие друзья, добрый день. Предлагаю начать работу нашего выездного заседания Комиссии по культуре и общественной палаты Российской Федерации. Я буду рада представить наших гостей. И от имени Общественной палаты Иркутской области и председателя Владимира Викторовича Шпраха мы вас приветствуем. Очень рады действительно, что темой сегодняшнего нашего заседания обозначено сохранение историко-культурного наследия регионов Сибири, Дальнего Востока, и в частности наше заседание посвящено сохранению деревянного зодчества в Иркутске. И круглый стол мы запланировали сразу, как узнали о том, что планируется приезд нашей делегации, предложили эту тему, она была одобрена. И на самом деле эта тема сохранения деревянного зодчества стоит сейчас крайне остро. Мы уже неоднократно поднимали эту проблематику, и в феврале этого года Комиссии по культуре и Общественной палаты Иркутской области был проведен первый круглый стол, который стал началом большой работы. Была создана экспертная комиссия, которая сейчас выполняет роль такого, скажем, где-то соединителей, контактера, инициатора различных проектов и контактов с правительством, с городской администрацией. Мы очень хорошо работаем с Общественной палатой города Иркутска, поэтому надеемся, что те изменения, которые запланированы и запущены нами, в том числе на федеральном уровне, потому что сейчас планируется относиться некоторые изменения в законодательстве федерального. Очень надеемся, что это действительно в первую очередь повлияет на ситуацию с деревянным зодчеством у нас в городе, на облик нашего города. И больше чем уверена, что только вместе в таком диалоге и сотрудничестве можно действительно достигнуть каких-то изменений. И до принятия самых высоких решений, как я уже сказала, когда Госдума примет вот эти правки, которые Совет Федерации в своей резолюции прописал по законодательству. И не буду долго продолжать свою пламенную речь. В нашем распоряжении 2 часа до 12. Очень надеемся, что мы уложимся, поэтому я максимально прошу всех выступающих и основных наших докладчиков, и тех, кто будет участвовать в дискуссии, быть краткими, по существу, поменьше эмоций, потому что мы уже достаточно провели заседание, работу, когда мы могли говорить действительно достаточно эмоционально. Очень попрошу по существу, чтобы все выступающие могли присоединиться. И с 12 часов мы предложим вам общение в свободном режиме, чашкой чая, в течение минут 40 до часу нам нужно будет площадку уже освобождать. Будем очень вам за это благодарны, за оперативность. И мы подготовили проект резолюции нашего круглого стола. Я прошу вас в ходе нашего круглого стола с ним знакомиться. Если у вас будут какие-то комментарии, то, пожалуйста, перейдите к свободному микрофону, когда все основные выступающие у нас сделают свои доклады, вы сможете задать вопросы или получить какие-то комментарии по их поводу. И сейчас с большим удовольствием я предоставила слово моей коллеге Светлане Валентиновне Ураловой, которая является членом Общественной палаты Российской Федерации. Светлана Валентиновна первым была тем человеком, с которым мы начали работу. Она как раз предложила устроить выездное заседание Комиссии по культуре у нас в Иркутске. Светлана Валентиновна, передаю вам микрофончик. Дорогие коллеги, добрый день. Действительно, сегодня у нас такое очень знаковое событие, и это событие готовилось практически полгода. Полгода назад Денис Александрович Кирис, заместитель председателя Комиссии по культуре и духовному наследию Общественной палаты Российской Федерации, подошел ко мне на пленарном заседании и сказал: «Знаете, мне очень хочется приехать в Иркутск». И мы начали эту подготовку. И, как вы видите, это мероприятие состоялось. Я считаю, что сейчас роль общественных палат в жизни общества возрастает с каждым годом. И мы видим, что те наработки, которые мы и на форумах сообщества, и на различных наших площадках, на мероприятиях Общественной палаты Российской Федерации, они
Мы видим, как они отражаются в посланиях президента Российской Федерации и роль от городского, муниципального уровня, региональной общественной палаты и общественной палаты Российской Федерации, ну, в общем-то, чрезвычайно важна. И я думаю, что наше мероприятие будет иметь конкретные результаты. Тем более вот мне, как коренной иркутянке, конечно, очень обидно видеть, как наша вот эта иркутскость нашего родного города исчезает, как врастают дома в асфальт, как горят наши дома, разрушаются. Вот эта ветхость, мимо которой мы проходим, это, конечно, очень больно. Но, с другой стороны, я сейчас с большой гордостью показываю нашим гостям, конечно же, наш прекрасный музей деревянного зодчества Тольцы и, конечно же, наш 130-й квартал. Это наша гордость. Я думаю, что это вот та платформа, на которой мы будем развивать и наши дальнейшие планы. Вот хочу вам представить своих коллег. Это Кирис Денис Александрович, я вам уже его представила, и член также вот этой комиссии по культуре и духовному наследию Логина Сергей Николаевич. Он приехал к нам из Хабаровска, он художник, тем более, и художественным своим взглядом уже успел вчера оценить наш 130-й квартал. И планы у нас очень большие, серьезные. Денис Александрович об этом подробно расскажет. И очень хотелось бы, чтобы наше мероприятие имело конкретные результаты. И действительно, это вот какой-то, ну, какая-то ступенька на пути к решению тех проблем, которые обозначены в резолюции. Я желаю нам успеха в нашем сегодняшнем и завтрашнем мероприятии. И тогда слово Денису Александровичу, наверное, да? Добрый день, уважаемые коллеги. Рад видеть и слышать на иркутской земле. Сказал, что хотел, но не я хотел, я сказал, что давайте сделаем результат общественной палаты. Работа комиссии. Мы провели большое количество мероприятий в общественной палате России за год уже наших полномочий, связанных с сохранением историко-культурного наследия, с теми проблемами и успешным опытом, там, где он есть, в этой сфере деятельности. И, конечно, вот изучив предметную часть, вообще вот, увидев вопросы вчера, хоть не все удалось увидеть, было на него, надеюсь, сегодня все это посмотрим. Я считаю, это то место, которое можно действительно, вот побывав вчера, 130-го квартала, то место, которое можно и нужно показывать и тиражировать, в том числе там, на территории всей Российской Федерации, как можно сохранить объекты культурного наследия, в том числе, ну, сейчас да, речь идет о объектах деревянного зодчества. И это уместно, потому что это видно, как и власть смогла отработать, да, несмотря на те проблемные места в законодательной базе, которые существуют, которые сложно обходить, нет поправок, их нужно вносить. Но, тем не менее, все равно смогли сделать, это в том числе, я так понял, заслуга хозяина, было губернатора. Но, тем не менее, это делать можно, и нужно это все вот показывать. А здесь продолжать эту деятельность, тоже не хочется мне быть многословным, вот, чтобы оставить время для диалога. Хотелось бы здесь, вот, я увидел, что здесь можно инициировать, во-первых, вот все те основные важные моменты, которые сформулированы, в первую очередь, в части, в том числе поправок в 73-й федеральный закон. Вот сейчас Ямпольская стала председателем комитета по культуре Госдумы, мы с ней тоже она участвовала у нас несколько раз в мероприятиях, еще не будучи председателем.
но я уверен, что она поддержит инициативу. Я, в отличие от нее, юрист, хоть она туда театровед, но тем не менее, если мы четко сформулируем те поправки, которые нужно внести в действующее законодательство, в третий федеральный закон, в том числе и нормативную базу, связанную с застройкой, с градостроительным кодексом, все, что, то, что всегда мешало передать объект тому же бизнесу в пользование. Да, это есть программа, вы знаете, они дорогой за квадратный метр. Но она, вот у нас было мероприятие тоже большое, долгой дискуссии, сидели чиновники, причем из всех ведомств, одно, которое эти площади отдает, другой, который там занимается нормативной базой. Но в результате выяснилось то, что вот государство те объекты, которые бизнес хочет взять, оно их не отдает в частную собственность. А что значит не получить в частную собственность объект? Значит, ты не сможешь прийти в банк, получить, допустим, в том числе и кредит, потому что не все будут финансировать за свой счет, допустим, вот взять тот же дом, да, отреставрировать его, создать там, сохранить облик историко-культурный и все, что в соответствии там с законом, ну, создать там, допустим, ресторан, гостиницу, опыт этот мировой и так далее, и так далее. Но ты приходишь в банк, это один из примеров, и любой банк вам скажет, ну, подождите, это же все равно это же не ваша собственность, как мы можем выделить вам на это кредит, понимаете? Это проблема тоже. И вот сидят чиновники высокопоставленные, они, получается, все это понимают, все знают, но проблема так и остается открытой. Но это я к тому, что тут вот это единственный пример, который хотел привести. Ну и сакцентировать внимание на том, что вот в Иркутске есть идея, не идея уже, а она озвучивалась, создание ресурсных центров в России, направленных на сохранение историко-культурного наследия, где в том числе должна задействована быть молодежь, волонтерское движение по сохранению культурного наследия. Минкульт должен быть, ну, по идее, должен финансировать эти ресурсные центры, которые будут эту деятельность координировать, когда молодые люди там могут со всей России, не только России, приезжать в какой-то город в тот период, когда это уместно, и на безвозмездной основе заниматься восстановлением памятников историко-культурного разного наследия. Такой опыт есть. Французы приезжали к нам, был тоже большой у нас форум на эту тему. И вот хотелось бы, допустим, ну, как-то посодействовать, я готов со своей стороны, чтобы вот этот ресурсный центр мог появиться в Иркутске. Может быть, здесь стал одним из тех ключевых моментов, потому что я прочитал еще раз внимательно резолюцию и понял, что, конечно, значит, что мало внимания уделяется Сибирскому федеральному округу, да, Дальневосточному, то есть в плане сохранения культурного наследия объектов, да, вот, в этом направлении. И наша задача это положение изменить, чтобы были результаты. Четкие какие-то цели, просто чтобы мы это все сделали и не было результатов. То есть понятно, это работа, значит, принять эту резолюцию, чтобы она прошла тоже у нас там юридический отдел, общественный палат, потому что там тоже бывает много вопросов, возникает по предметной части. Да, собственно, вот все, что я хотел сказать. Спасибо за прием, спасибо за предоставлена возможность приехать и вот это мероприятие здесь провести. Благодарю, Денис Александрович. Передаю слово Сергею Николаевичу, тоже человеку неравнодушному к высокому искусству, впечатление своих прав, Сергей Николаевич. Добрый день, дорогие коллеги, друзья, я очень рад побывать в вашем городе, мне очень нравится. У меня был вчера свободный день. Я погулял в свободном таком режиме. И что я наблюдал? Наблюдал, по сути дела, те же, в общем-то, нерадостные картинки, которые присущи нашему городу. Я представляю город Хабаровск, Хабаровский край. Вот, и есть определенные моменты, где, в общем-то, конечно же, грустно наблюдать. Он на пособии Перовской прогулялся до конца, увидел эти после пожарища. Не
очень радостные картинки, пейзажи. Вот. У нас тоже. Ну, конечно, город Хабаровск по сравнению с Иркутском значительно моложе, а по сравнению с Вологдой, например, Рязани, но вообще возраст символический, 160 лет в этом году мы отметили. Но, тем не менее, мы тоже, в общем-то, имеем свой фонд памятников деревянного зодчества, их гораздо меньше, конечно же. Но все равно, конечно, есть проблемы с этим тоже, поскольку вот на сегодняшний день вот этот вот агрессивный, равнодушный строительный бизнес работает достаточно жестко. Вы же знаете, в 2010 году был, в общем-то, пересмотрен список городов, которые попадали в реестр исторический, да? И вместо 500 сейчас там 42, по-моему, или 41 всего города. Да. В том числе и наш тоже был, в общем-то, исключен из этого. То есть город обезличен вот именно этими вещами. То есть он потерял свой облик. Ну, у нас город специфический, поскольку туда приезжали люди, в общем-то, с Забайкалья. Мой дед Кузьма Николаевич Логинов, он тоже приехал с Тобольской губернии, там отслужил, женился на Варваре, рубил дома, в общем-то, и его там тоже лето есть в этом городе. Мой отец тоже, хоть он юрист по образованию, но любил солярничать. Вот. Ну и я тоже занимаюсь резьбой, участвую много и в международных конкурсах по деревянной скульптуре, ледовой, песочной, в общем, там, человек такой немножко специфический. Так вот, те немногие, конечно же, памятники у нас нещадно, конечно же, как-то исчезают, что ли. И что самое грустное, что невозможно этот процесс остановить, поскольку, наверное, да, и то, о чем я говорил, просто попросту сжигают. Буквально там за бутылку дают человеку, приходит и поджигает этот памятник, несмотря ни на что. Далее, что бы хотелось сказать. Вот у нас в Хабаровске, например, сейчас я зачитаю. В 98 году в Хабаровске разработан проект зоны охраны памятника. В нем указано, планировочная структура исторического центра города рассматривается как объект, представляющий значительную ценность для Хабаровска и подлежит охране. В застройке исторического центра Хабаровска повсеместно нарушена историческая среда, но это 60-90-е годы. Вот, и все же отдельные фрагменты улиц, кварталов, площадей, особенно в ядре исторического центра, сохранились и должны стать ведущими композиционными элементами пространственной организации центра города. Во избежание дальнейшей деградации исторической среды на территориях, предназначенных для нового строительства, назначаются зоны регулирования застройки. Да, приняли, но работает пока слабо. И вот мы общались перед круглым столом, что по поводу этого говорит наш хабаровчанин, историк архитектуры, доктор архитектуры, профессор, член-корреспондент Российской академии архитектуры и строительных наук Радин Николай Петрович. Мне представляется, что главная причина заключается в том, что большинство наших городов в последние 2-3 десятилетия утратили свою историческую среду. Они так наполнились новой застройкой, что в ней исторический пласт просто растворился. Сегодня можно не только говорить, но и видеть, что этот пласт утрачен. Остались лишь единичные памятники, над которыми сегодня тоже нависла угроза сноса. Любопытно, что в список объектов культурного наследия Хабаровского края внесены всего 28 оставшихся памятников деревянного зодчества. Это, скорее всего, основная причина того, почему наш город не попал в данный реестр. Это, конечно, грустно и, в общем-то, перспектива нерадостная. Но те, которые, в общем-то, остались памятники, они, слава Богу, еще живы, и есть, находятся еще люди из числа предпринимателей, которые неравнодушны к архитектуре, к нашему деревянному зодчеству, поддерживают данные памятники, вкладывают свои средства, приватизируют и приводят их в порядок. Но, к сожалению, я не могу показать вам, у меня есть, в общем-то, презентации, видео, я бы показал, в общем-то, очень интересные такие примеры, где просто из разрухи восстанавливали
полностью восстанавливали эти дома, доходные дома, которые сейчас живут, в общем-то, процветают и являются каким-то действительно настоящим памятником, гордостью нашего исторического, в общем-то, такого центра города Хабаровска. Сейчас вот идет работа над тем, чтобы восстановить триумфальную арку. Когда проезжал в Японию цесаревич Николай Александрович, он останавливался в Хабаровске, Благовещенске, в Уссурийске, во Владивостоке, и по этому случаю в каждом городе были выстроены триумфальные арки. Ну, в советское время, разумеется, естественно, их, конечно же, все снесли, вот, но во Владивостоке и в Благовещенске их уже воссоздали, возродили, они существуют. Вот сейчас